Заебали пешеходы и водители маршрутов, заебали все уроды и любое время суток, и менты, блядь, заебали, и дорожные работы, пятницы, блядь, заебали, и особенно субботы, яу. Сука, заебала, заебала, очень-очень заебала. Даже Алла под нее теперь все косят, заебали. Эти рожи в телевизоре все те же. То пошутят, то танцуют, то резвятся на манеже. Заебал, блядь, дождь и ветер, солнце тоже заебало. Путин заебал, медведи, две Обамы наебало. Мясо, рыба, водка, бабы и рыбалка, и охота. Заебали, блядь, не слабо, отдых заебал с работы. Плачу и плачу, не могу иначе. Я плачу и плачу.
тысяч сумка и 400 пальто. Продавщица смотрит сухо и не сжалится никто. Я плачу и плачу, я плачу и плачу, я плачу и плачу, плачу и плачу. В общем, так, я сама написала сценарий своего клипа. Я хочу, чтобы все было мистически, романтически, шикарно, изысканно. Ясно. Чтобы все на меня смотрели. Понятно? Понятно. А это что? Почему здесь мясо сырое лежит? Ну, мы для эффектности положили. Кто это на стол положил? Реквизитор. Я что, блин, мясо сырое, по-твоему, ем? Урод, блядь. Накажи его. Я не хочу жить без нее. Я закричу. Херня? Скрипичный квартет. И какого хера здесь делал скрипичный квартет? Ну, типа высшее общество. Чё? Чё ты, блин, знаешь о высшем обществе? Ты вот херню только бабки нищебродские слушают. Диджея сюда поставил? Понял. Кретин. Я не хочу жить без неё. Я закричу. Это моё. Я не хочу. Ты что, блядь, специально это сделал? Что специально? Ты черножопый, блядь, я ненавижу черножопых. Либо ты мне, сука, сейчас уберешь черножопого, либо ты сдохнешь, реально, понятно тебе, блядь? Ну пусть, я не знаю, мух там от меня отгонять.